Миндортранс Республики сообщает, что в столице Тувы и на главных дорогах Республики 1 апреля появились дополнительные фото- и видеофиксаторы нарушений правил дорожного движения. А также 4 новые камеры уже работают на трассе Р-257 Енисей. Они установлены там, где трасса проходит через населенные пункты, либо примыкает к их территории. В частности, это города Туран и Чадан, села Сукпак и Хайракан. Дополнительные камеры появятся и на улицах Кызыла. На федеральной трассе Р-257 в районах города Турана, Сукпак, Хайракан и Чадан установлены 4 стационарных комплекса в общей сложности. Комплекс называется СКАТ-С, фиксирует нарушения, связанные со скоростным режимом. Также в городе Кызыли на перекрестке улиц Кочетова-Чурдум установлен комплекс «Автомаршал», который фиксирует проезд автомобилей на красный свет и пересечение стоп-линий. Соответственно, при нарушении выносятся протокола. Сейчас аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» насчитывает 26 видеокамер, рассредоточенных по всему городу. На прошлой неделе в тестовом режиме уже начала работать система фото-видеоконтроля на пересечении улиц Чульдум и Кочетова, одном из самых оживленных и аварийно-опасных перекрестков столицы. Кроме того, в городе ежедневно работает один передвижной пост фиксации нарушений и 2 мобильных комплекса в области остановок и стоянки автомобилей. По городу в мобильном режиме работает комплекс АПК «Паркрайд». Он установлен на автомобиле нашего предприятия. Он курсирует по маршрутам, которые заранее обговорены с ГИБДД, и выносит протокола за неправильную парковку. Принцип работы, то есть как описано в ПДД, если машина стоит на запрещенном месте более 5 минут, соответственно, выносится штраф. Планируют парк передвижных постов фиксации нарушений ПДД увеличить до 3 систем, которые будут распределены не только в Кызыле, но и в районах Тувы.